Консервы испортила. И папа! И сегодня мы открываем вкусные и невкусные конфеты! Бинбузл! Это четвертая серия этих конфет, четвертый выпуск. И здесь есть новые вкусы. А какие вкусы, мы сразу не скажем. А когда Тима, папа и Маша попробуют, они сами нам скажут. Ну что, готовы? Да! Открываем наши конфетки, и мы видим здесь, что у нас есть рулетка и много-много разных вот таких вот конфеток, желеек. Итак, правила нашей игры, да? У нас есть вот такие вот разные конфетки. В каждой конфетке по два разных вкуса. Он может быть вкусный, а может быть невкусный. Какие вкусы? Я потом вам скажу. Сначала мы крутим рулетку. Какой вкус попадается, мы берем две конфетки и начинаем жевать. И говорим, что же мы чувствуем. Договорились? Да. Итак, на дзынь-дзынь-цок, папа и Тима. Дзынь-дзынь-цок. Итак, папа порезал Тиму. Судья у нас Маша. Поэтому она крутит рулетку и... Что же папе попадется? Так, смотрим, у нас попалось тутти-фрутти или какой-то еще один вкус. Машенька, выбирай папе конфетки. Вот такой. Так, вот такая розовая конфетка с разноцветными пятнышками, это и есть тутти-фрутти или, папа, а ну пробуй, что тебе попадется? Рискни. Ну что, как на вкус? Вкусненько? Да. Значит, папе попались тутти-фрутти. Да. Тима, ты тоже такую же конфетку попробуешь? Да. Ищи. Вот, наверное. Нет. Нет, это не та. Вот. Так, Тима тоже пробует. Тима, что у тебя? Тутти-фрутти? Ну, повезло вам обоим. Смотрите, какие лица у них довольные. Вкусные конфетки они съели. Теперь Маша крутит для Тимы. И у нас получается не клубника, Berry Blue, это черника. Или, я вам скажу, если попадется какая-то другая конфетка. Давайте, выбирайте. Должна быть голубенькая конфетка. Вот. Да, голубенькая, да. Так, Тима, пробуй. Побери. Подожди, сейчас Тима пробует. Черника или... Зубная паста. Зубная паста, ты догадался сам. А ну, папе теперь голубенькую, что папе попадется. А черника это вкусно. Ну, тем не менее, смотрите, Тима съел зубную пасту. Папа, что у тебя? Ну, черника или зубная паста? Ну, понюхай, дай. Наверное, зубная паста. Зубная паста? Да. Ну и тем не менее, наши папа с Тимой съели зубную пасту. Наверное, не по утрам этим только и завтракают, да? Папе тоже понравилось. Я знаю, почему он ест. Потому что он зубной пастой чистит. Да, он привык зубной пастой чистить, поэтому им нормально. И я. Так, теперь у нас выпала вот такая вот конфетка оранжевая с розовеньким. Вот это, наверное, вот оранжевенькая с розовым. И это либо персик, либо сейчас папа с Тимой догадаются, если им что-то выпадет не то. Давай, папа. Сейчас, подожди, папа кушает. Что? Салфетку, папа! Тима, у тебя что? Персик! Так, папа! Ну. На, воды!
секрет. Знаешь, что это была за конфетка? Что? Это была рвота. По-моему, папе не понравилось. Папа стойко у нас выдержал конфету со вкусом рвоты. И теперь мы опять крутим рулетку, Маша. Так, что-то у нас беленькое. Беленькое это у нас кокос или... Маша, давай беленькую выбирай, вот такую беленькую. Давай, Тимочка, что у нас? Что? Похоже на кокос? Да! На кокос похоже? Папа, а ну тебе? Папа, а ну, говори, как на вкус? Понюхай. Что за желейная конфетка? По-моему, папа опять скривился. Папа, салфетку возьми. Папа, это было не мыло, это было испорченное молоко с кишечником. Папа, ну какое оно испорченное? Оно же должно быть просто кислое. Это простокваша. Ну ты что, простокваша? Это знаете, кто такое молоко делает? Кто? Такие глистики. Помогают... Глистики. Бактерии, Маша. Бактерии. Не глистики, бактерии, Маша. Маша приготовилась? Давай, выбирай что-нибудь. Что следующее мы... Берем. Так, было тут... А, не, не тутти-фрутти. Подождите, это что-то зелененькое. Зелененькое с вот такими вот крапинками, тоже темно-зелеными. А ну, выбираем. О! Так. Нет, да, бери сейчас. Бери теперь. Нет, не такая. То. Выбрали? Такая. Выбрали? А ну, давайте посмотрим. Вот такая. Именно, смотрите, там две зелененьких, но одна с темными... Да, вот с темно-зелеными Маша, пятнышками. Такое? Маша, тоже такое? Так, давай, папа, пробуй. Что у нас? Ну, что вкусное? Это похоже на что? Виноград? Нет, нет, не на виноград, папа, а ну думай. Что это? Понюхай. Это была сочная груша, да, папа. На грушу похоже. На грушу да. Похоже? Да. Так, а ну, Тимофей. Что? Тима, что? Тима, на что она похожа? Тихо. Ну, нет? Не угадаешь? Тимочка, ты наелся соплей. На жильную кушать. Давай. Водичку возьми, попей. Так, на что это мы попали? Белое. На белое. Давайте. Подождите, а белое у нас было, да, белое у нас было, да, кокос или кисшее молоко было, давайте еще раз, давай. Так, обычная зелененькая была? Не было обычной зелененькой, без крапинок, да? А ну выбираем обычную зелененькую без крапинок и даем нашим подопытным Тиме и папе. Ну, что, ну как вкусно? Да. Что это? Так, не Тима. Знаю, Тима. Куда вкусно? Кому попался лайм? Кому попался лайм? Лайм, кому попался? Наверное, папе. Так, хорошо. Сейчас другое скажу. Или трава? Трава мне. Тебе трава попалась? Невкусная трава? Ужасная. Папа, а тебе что, лайм попался? Кисленький был или что? Да, нормальненький. Значит, папе был лайм. Или папа съел траву и даже не почувствовал. Не, мне нормально было. Тебе нормально? Значит, у папы лайм, а у Тимы трава. 3-2, Тима. Запейте водичкой. Тима, 3-2. Запейте водичкой вкусы, потому что вы уже... Да. У меня все одинаковые. Все одинаковые вкусы будут. Что, тоже хочешь? Так, ну что-то трава и лайм папу не впечатлились с Тимой, да? Не впечатлило? Крутим Маша, что-то другое, да? Мы какашку. Маша, давай какашку. Так, что у нас попало? Черное что-то. Черное. Это, наверное, собачий корм и пудинг. Подождите, черное. Оно даже не черное, оно вот здесь, вот в упаковке, как коричневое.
Берите коричневое, да, берите коричневое. Может, здесь шабачилком? Не знаю. А ну давай попробуем. Папа, может, что у тебя? Может, шоколадный конь? Да, вкусненькая. Может, похоже на шоколадку, папа? Шоколадный пудинг. Сладенькая? Папа, или сейчас гавкать начнешь? Может быть, собачий корм? Пап, что? Тима, ну давай, ешь. Давай сейчас Тима скажет, что у Тимы. Собачий корм. Ну, если Тима так быстро сдался, значит, у папы точно был шоколадный пудинг. Папа, у тебя был шоколадный пудинг? Тиме совсем не понравилось. Три. Папа счет ведет, кому какие пакости попались, три. Да? Три-три. Нет, четыре. Тима, ну какой же собачий корм на вкус? Как колбаска. Как колбаса? Вкуснее. Оно горькое, сладкое, кислое, вонючее. Фу, я не люблю какашечки. Какое оно, вонючее во рту? Как что оно, на что похоже? Оно как... Дохлая колбаса какая-то или что? Нет, это как дохлая... Тихо. Кошка. Как что? Это как дохлое мясо. Ага, как уже испорченное мясо похоже, да? Да. Понятно. Ну что, у нас еще остаются несколько неиспробованных вкусов? Да, да. Давай. Так, что не, это? Не, это да. Было, да, вот это у нас уже было. Давайте. А не, это? Не было. Вот этого не было еще? Было, было. Не было, было. Вот этого не было. Это то у нас было оранжевое, не, а вот это вот должно быть вот светленькое. Вот такое вот, видите, светленькое? Это? Да, то мы брали вот такую мутную оранжевую, а эта светленькая, ну, желтенькая. Нет, не было. С красной. Да-да-да, желтенькая с красным должно вот. Быть. Ищи. Вот, вот, вот. Да-да-да-да-да, вот желтенькая с красным. Такая светленькая. Да, а ну давай, папа. Ой, Маша. Давай, с пола, вкуснее будет. Папа, водичка. Консервы испортила. Ё-моё, что летел в автобусе, я как зубами говорю. Что? Тима, что ты за гарнашка? Запивай, запивай скорее, запивай. Консервы. Протухшая консерва. Протухшая консерва с этим, как его? Знаешь, чем? Скажи. С фасолью. Ты представляешь, фасоль протухшая? Я тоже. Маша упала в обморок. От смеха. Путин. Ой, я от смеха не могу говорить. Ребята, это была дохлая рыба. Ой, точно. Да. Маша, спасибо. Правда, что дала дохлую рыбу. Маша довольная за всех. Ну что, мужчины, готовы дальше? Давай, Маша, испытывать нервы и вкусовые качества наших мужчин дальше. Это не было. Так, подожди, это я не знаю, это какое? Не было у нас такого, да? Это как... Вот такая какая-то она, желтая. Вот желтенькая, лимонная, как лимонная, вот такая вот, да. Понюхай. Желтую крапинку, да. На, Маша, вот. Так, нашли желтая в крапинку? Да, вот желтенькая в крапинку, давайте. И? Шампанец, Саша, шампанка. И? Что там? Выплевывай, папа, у тебя. Папа, у тебя? Кому попкорн? Что это, Дима? Это не знаю, как, не знаю, как, не знаю, как попкорн, но поп точно. Не попкорн. Это должно
быть либо тухлое яйцо, либо попкорн. Что мне вам попалось? Яйцо. По-моему, обоим попалось тухлое яйцо. А что ты еще хочешь сам попробовать? Какую конфетку? Никакую. Что, совсем тебе отбили желание? Ну давай, Тима, нашел тебе, может быть... Шоколадный, не, шоколадный пудинг папе попадался. Давай беленькую. Беленькую. Может, кокос папе попадется? А ну давай, папе кокос не попадался. А ну давай. И... Шо? Что было? Фу. Кокос папе второй раз не попался. Это было с кишей. Что, вам понравились конфеты, да. Бенбузл? Да. Папа, какую бы ты еще конфетку попробовал? Собачий корм. Собачий корм понравился. Тима, а тебе какая конфета больше всего зубная понравилась? Паста. Зубная паста. Это самая безопасная голубая конфета. Зубная паста, что так, вкусная, что голубая, вкусная. Но папа, напоследок. Отлично. Что, черника? Нет, перчик какой-то. Перчик. А, этот персик попался. Да. Персик папе попался. Где? Где? Маш, ну что, может, ты рискнешь хоть какую-то конфетку попробовать? А Маша боится. Ну что, рекомендуете эти конфеты всем пробовать? Да. Рекомендуете? Да.